Мал да удал. Несмотря на свои миниатюрные размеры, погрузчик может похвастаться высокой производительностью. По силе заменит целую бригаду дворников, а по проворности и юркости даст фору любой большой снегоуборочной технике. Такой заедет в самую узкую арку и развернется на самом маленьком пятачке. Жители двориков Самарского района не нарадуются такому ловкому помощнику. Раньше снегоуборочные машины делать не позволяли. Вход узкий очень в арку. Приходилось дворникам вот с этим мучиться. Потом местное население помогало. Но где-то до апреля, до мая мы тут топали в снегу, в лужах, потому что снег не таял, стоял во дворе. С приходом весны и солнечной погоды во дворах началась активная работа. Пока мини-погрузчик вывозит со двора рыхлые сугробы, дворники с кирками и лопатами воюют против заледеневших куч. Солнечное время, вот мы выходим и ходим. Дорожное покрытие мы не повреждаем. Аккуратно смотрим, у нас топорики заточены, все нормально убирается. Расчистить дворы от снега важно успеть до того, как теплое весеннее солнце возьмет эту работу на себя, чтобы не возникло опасности паводка. Метр от дома, если взять, как раз это называется прилотковая часть. Мы сейчас ее очищаем от снега для того, чтобы вот тот снег, который сейчас будет таять, у нас эта вода не пошла в дома и в подвалы и не подтапливала наш фундамент в дальнейшем, чтобы он не разрушался. Весь снег и лед, что рабочие муниципальные управляющие компании разворошили во дворе, обязательно вывозят на полигон. Так не оставляют. Избавить от снега все дворы Самарского района обещают до середины апреля. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.